Всем привет! С вами Фильмограф. Сегодня я расскажу вам про фильм Т-34. Премьера этого фильма состоялась 1 января 2019 года. На днях мы отмечали 75 лет со дня Великой Победы, и поэтому я выбрала фильм про танки. Но на самом деле это кино про веру, надежду, любовь к родине, солдатскую долю, героизм, проявленный на полях сражений. Эту картину снял Алексей Сидоров, и сегодня я расскажу вам 6 фактов о ней. Поехали! Первый факт. Съемки фильма проходили в Москве, Московской и Калужской областях и Чехии. Факт номер 2. Для съемок был установлен настоящий танк Т-34. Факт номер 3. На экране вы можете увидеть зимний лес. Наверное, вы подумали про прогулки по хрустящему снежку? Не, это не так. Я говорю о маскировочной окраске, которая использовалась для танков в 1941 году. Факт номер 4. Для фильма построили более 25 масштабных декораций, среди которых были русская деревня, немецкий полигон, лагерь военнопленных, железнодорожная станция. Они очень хорошо вписались в фильм. Факт номер 5. Главного немецкого командира сыграл настоящий немец Винсент Скифер. Он уже более 20 лет снимается в кино и сыграл много интересных ролей. Факт номер 6. В Чехии снимали один из важнейших объектов фильма – лагерь. Его снимали в городе Терезы, на территории бывшего лагеря, который сейчас является музеем. И сегодня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Ссылочка на фильм в описании. И самое главное, напишите в комментариях, о каком фильме мне рассказать в следующем видео. Всем пока!